Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Так, ребята, всем привет! Это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Мы набрели на каких-то пацанов, которые пытались с нами что-то сотворить. Но у них этого не получилось. Мы играем в игру God of War, ребята, четвертая часть. Погоди. Воин тень, убивайте тень. Ищите эти порождения темной магии, тщательно осматривая земли, по которым вы путешествуете. Советы о том, как с ними бороться, вы найдете в бестиарии. Убить два... А вот, кстати, задание есть на них. Между прочим, на всех, кого мы находим, есть задание. Надо выполнять. И все будет хорошо, воин тень. Доля тролля. Убивайте троллей. Ищите этих огромных рогатых тварей, тщательно осматривая земли. Так, понятно. Разбойничий рог. Убивайте разбойников. Погибель вельф. Это подвиги, да? А, убийство. Все, понял. Так, кто там? Еще кто-то жив, что ли? Не пойму. Где он? Я не понял. А Трей, стреляй, где он? Покажи мне. А, вон он. Ах ты гад, а. На, с одного удара, все. Еще кто-то. А, он спрятался. Ну-ка, иди сюда. А ты откуда взялся-то? Сейчас, сейчас, помогу. Не трогай его. Он сам, по-моему, справился там. Быстрей, 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 быстрей. Ну, мальчик, поднимай. В смысле, а чё он? Нормально же все. А, он в шоке просто. Его дядька раздавил большой. Ладно, не переживай. Хороший мальчишка. Все нормально, Атрей. Все, видишь, мы справились. Закрой свое сердце. Закрывай, да, закрывай сердце. Он его научит быть таким сильным, мужественным. Идем. Пофигистом. Опа! Все? А, они встают, смотри, все встают. Так. Ладно, надо разобраться. На. А, подожди, разберусь. Мне надо, чтобы Атрей стрелял. А чё он не стреляет? А как мне теперь, а как мне с ним разбираться-то? Они же ледяные такие какие-то, они не бьются. Вот этого-то ладно. Этого ладно, я быстро вынес. И этого. А с этим как? Ну-ка, ярость надо включить, наверное. Во, вот и все. Тормозим. Они вернулись. Они вернулись. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Все, пошли. Покиньте руины. Путь к горе. Мы продолжаем свой путь к горе. Так, куда? Вот сюда, наверх. Нет, а почему нет? А куда тогда? Вот, вот сюда. Давай, найди, прыгай. За что мне зацепиться. Ладно. Давай быстрее, блин. Там... Сейчас будем 3 часа запрыгивать. Ты же умеешь прыгать. Все, ползи, сейчас бате поможешь подняться. Вон, или веревку скинет, или что-нибудь сделает.
Ну давай, давай, что стоим-то? Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Давай, 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 быстрее, что тормозим? Атрей! Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь, я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Давай, давай, не тупи, быстрее. Поднимайся. Все нормально будет. Отдышался, все, цепочку мне скинул, побежали дальше. Все. Давай продолжаем путь свой. Не тормозим, просто идем вперед. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Ты хоть сбросил его. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Не, ну так-то нормально придумали, что он с сыном здесь все это. Вместе они. Спина к спине. Продолжайте путь к горе. Ну мы туда идем, в принципе. О, сундук. Подожди, подожди, не торопись. Не торопись-ка. Чего разлеглась? Вставай. Что-то крики какие-то непонятные, странные. Похоже, сейчас будет разборка где-то. Ну-ка. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Давай подпинем. Что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. Сейчас. С белыми стволами. Хоть раз поверь мне, пожалуйста. Где, куда бросить-то, я что-то не пойму. Отошел бы кто. А, с белым, в березу, что ли? С стволом и рыжими листьями. Справа от моста на той стороне. И? Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Брок. Вера Логан. Как ему это удается? Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Все, пошли. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Ну, дигр пикет тумбар бакру. Где? Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. Сейчас он нам топор улучшит. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе.
Так, Брок дал нам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествия, можно использовать для создания и улучшения предметов. Выберите Левиафан. Нажав крестик. Так, снаряжение влияет на характеристики и степень опасности Кратуса. Улучшив топор, вы увеличите его влияние на силу своего героя и получите возможность побеждать более опасных врагов. Не, ну давай улучшим, а в чем проблема-то? Сила плюс 20, ничего себе. Здесь показаны характеристики и степень опасности Кратуса. Чтобы увидеть описание характеристик, нажмите L3. Чтобы увидеть урон от рунических атак, повышающих силу, повышайте силу рун. Силу рун. Чтобы ускорить восстановление рунических атак, повышайте восстановление. Каждая характеристика по-своему влияет на игровой процесс. Чтобы скрыть описание, еще раз нажмите L3. Так. Улучшение оружия приводит к постоянному повышению характеристик. Другие предметы повышают характеристики только тогда, когда Кратос использует их. Ресурсы, требуемые для улучшения предмета, указываются в нижней части его карточки. Нужно замерзшее пламя. У нас есть один из одного. Удерживайте квадрат, чтобы улучшить. Левиафан успешного улучшения. На закладке навыки доступны новые способности. Так, теперь надо еще нам замерзшее пламя, чтобы улучшить. Ну, где-то его надо взять. Улучшение оружия дает вам возможность приобрести новые навыки. Чтобы сделать это, перейдите на вкладку навыки в меню паузы. Так, Левиафан. Коготь еще какой-то у меня есть. Нажмите, чтобы перейти в меню. Так. А, слушай. Ну, давай поковыряемся здесь. Нагрудная броня. Требуем ресурсы. Так, это создать. А как мы можем создать нагрудную броню? Защита плюс 7. А, у нее защита 10. Будет она вот такая синенькая. И наплечники из кабани и шкуры. Сила плюс защита. Вот это круче, мне кажется, будет. Сила мощнее. Мы будем рубить быстрее, да? Но требуется серебро. Требуется серебро. А что еще можно сделать? Броня Атрея. Вот, давай лучше пацану еще сделаем. Мягкая свартальфхеймская сталь. Вот эта сталь нужна именно для пацана. Простые рунные одеяния. Так, а как сравнить? Чем будет лучше-то? Прицельный выстрел. Увеличение урона врагам, находящимся в воздухе. Обнаружение уязвимости. Враги, враги, придушенные Атреем, получают увеличенный урон. Это в ближнем бою. Атрей иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Ускоренное восстановление Атрея после вражеских атак. Я даже не знаю, что взять. Может быть, находящихся в воздухе. Или вот это вот, ну, камни здоровья. Давай, наверное, одеяние вот это сделаем. А, 10 тысяч надо. Не, подожди, стой, давай. Мне кажется, надо лучше все-таки Кратоса улучшить как-то. Так, ладно, коготь. Увеличение урона от стрел и возможность приобрести новые навыки для когтя за... Во, вот это можно сделать. Успешное улучшение, все отлично. Здесь какие-то артефакты, потерянные игрушки. Можно продать на лавке зарубленное серебро. Больше ни на что не годится. Продать. Ну давай продадим. Зачем они нам? Вот это хорошая сделка. Вот пускай игрушки продает всем. А мы пока что сделаем? Этот мы не можем улучшить топор свой. Давай на броню все-таки себе возьмем какую-то хорошую, потому что Кратос в основном задействован. Давай вот эту силой, что ли. Ну и выглядит как-то она поприличнее. Все нормально.
Наплечники из кабаньей шкуры, обычный предмет, нагрудная броня. Прочная броня из вываренной кожи. Не слишком удобно, но немного повышает силу. Выбрать, конечно, выбрать. Все, он экипирован, создано. У меня теперь силы много стало. А, вот нагрудная броня. Улучшить можно. Так давай улучшим. Обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать силу? Все. Золото и гира набрать еще там, вон, кучу всего. Тогда можно наплечники вот эти улучшать. Ну, пойдет, ладно, все, все пока нормально. Давай, пошли дальше. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Карта обновлена. А, тут вон карта целая, огромная. Диколесье, переправа. Мы, я так понимаю, вот где значок. Вот здесь, да? Кратос. Кратос, лавка. А дом наш... Вход, тайная комната. Дом где-то вот здесь находится. Все нормально, идем. Давай, бросай свой топор. На меня найдется место? На, не топор. Понял. Вот этот здоровенький. Ну мой-то топор сейчас же вроде уже получше. И силы побольше стало. Где еще кто есть? Приемлемо. Ох ты. Атрей, давай стреляй. Знаешь, что не тупи, стреляй. Ой, мимо. Нет, четко попал. Да откуда они тут взялись-то? Готов. Да уж, умеет твой папаша рубиться. Следующий. Ты, небось, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои-то? Так, что-то у нас тут обновилось. Нет, все, вроде все то же самое. Ладно, пошли дальше. А, стоп, 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 подожди, вот тут было что-то. Пройдите через ворота к горе, сейчас пойдем. Вот, могучий великан изо льда и камня. Он сражался в жестокой битве, это мы читали. Великаны. Рынок, место для торговли. Похоже, здесь был рынок, тоже читали. Ладно, легенды все, легенды посмотрели. Не знаю, что там добавилось в запись, о чем. Где ворота? Пошли через ворота уже. Идем. Рад встрече, Брок. Придумаю имя твоей зверюги. Имя. Давай. Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. Ха. Сраная благодарность назвал он ее. Эй, вы только поаккуратнее. Нормально все. Аккуратнее некуда. Стоп, стоп, стоп! В бою. Да. Погоди, не торопись. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Так, что здесь? Кажется, здесь можно... Можно, значит, пройдем. А почему не открылось-то? Ну-ка еще раз. Такое ощущение, туда уже кидали топоры много раз, да? Все покоцанное. Так, топор верни. Топор верни, идем дальше. Сюда нет никак. А как туда попасть? Там сундук стоит. Там сундук стоит. Как попасть? Подожди, а ее можно еще открыть? Или наоборот закрыть? Во! Ну вот видишь как? Так бы сейчас мимо ушли. А так хоть сундук собрал. Вот эта сталь нам нужна, надо ее больше собирать. Топор. Так, а здесь может еще что-то секретное? Ну-ка, не. Еще раз попробовать в эту кинуть. Может еще шире откроется. Все, ладно, не тратим время, идем дальше. Так, здесь что? Эй, смотри! А, вот сюда кидают постоянно. Ну-ка.
И сейчас зафиксировать надо. Да блин. Стой, 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 уже все обратно вернулось. Давай еще раз. Топор, быстрее. Кидай. Вот, теперь можем прыгать нормально. Жди здесь. А придется без топора драться. Придется без топора. Щитом буду драться. Как щитом драться? А, R3. Давай, разорвем его. Готов. Этот ушел просто вниз сам. Ну, давай, иди сюда. Я же не могу так подходить. О, щитом хорошо бьет. Щитом бьет хорошо очень. Где ты? А, слушай, ну мне надо быстрее туда, к пацану. Они его, кстати, не бьют. А, он может еще мне помогать стрелами. Вот что хорошо. Стреляй. Вот и все. Можно аптечку даже одну съесть. Стоп. Где они там опять? Что-то крепкий какой-то. Мне бы надо развиться. Куда его? Куда его потащить? А, вот так, да. Еще жив, что ли? Ну на, все тогда. Это последний удар. А теперь вопрос. Я сейчас возьму, заберу свой топор. И это все начнет опускаться. Мне надо куда дальше потом? Мне можно вот эту дверь открыть. Да? Но чтобы ее открыть, надо это все быстро, быстро все сделать. Быстрей, 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 еще. Не туда. Ай-яй-яй. Заходим. Да тихо, тихо. Раздавило меня. Не туда. Не можете справиться с определенным врагом? Это не, мы можем справиться с определенным врагом. Нам надо сейчас здесь как-то разобраться. Так. Не, ну там есть еще вариант вот такую штуку еще раз покрутить. Там есть такая, вон она. В принципе, ее... Она тоже там работает. Надо было мне там ее зафиксировать. Но мне интересно вот в эту как-то попасть. А давай, а я сейчас попробую отсюда, попасть в эту штуку. Ну-ка. Дверь есть. То есть я смогу ее, в принципе, заранее открыть. Заранее открыть. Ну-ка еще раз. Блин, не попал. Выше надо. Так, еще раз. Надо, значит, открыть заранее. Да блин, что такое? Да попади уже. Слушай, она, мне кажется, высоко так поднялась. Если ее подкручивать, она выше поднимется или нет? Или мне это кажется? Раз. Два. Она еще выше идет. Три. Вот надо дверь ту теперь открыть. Давай. Блин, да, ну чуть-чуть ниже. Сюда. Есть. Сейчас. Да стой, куда ты пошел? Сейчас я тебе... Там же монстры сейчас придут. Стоп. А, они уже не придут. Ну ладно, можно было так, а можно было, наверное, можно было и другим путем, да? А, это нам назад, если нам назад идти, можно будет так делать. Ну-ка дай топор обратно. Возвращается на место. Погоди, я тебя понял. Ну вот если отсюда я крутану и в шестеренку в эту заряжу вот так. А, не получится. Ладно, разберемся с этим потом. Может быть, нам сюда и не надо будет. Возможно, это что-то ценное. Так, все, здесь прошли. Идем дальше.
Аккуратно, аккуратно. Высоко же очень, ты же видишь как. Ты никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Телячьей нежности Кратос оставил при себе. Суровый такой идем, сын. Парень. Идем, сын. Пошли. Ну-ка, давай осмотримся. По-любому что-нибудь есть. Так, это тебе уже ни к чему. Лики магии. Ну-ка, давай посмотрим. Лики магии. Мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Надо поискать похожие, вдруг кому-то захочется их купить за рубленное серебро. Так, это нормально. А это вот игрушку мы находили. Надо еще искать, можно продавать зато потом. Выгодно. Так, здесь что? Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Погоди, сейчас я проверю здесь сначала, наверху. А, тут что-то крутится. Ну-ка, давай. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним? Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Подсказка. Вот подсказка, видел? Шестеренка тут есть. Возможно, эти кольца должны вращаться. Я тебя понял. Значит, я рано просто поднялся наверх. Надо, наверное, крутануть там штуку. Ну-ка, давай сейчас. Сейчас будет активно, по-любому. О, точно. Кольца вращаются. Спускайся. Теперь надо попасть по шестеренкам. Погоди, тут еще одна вот есть. Готово. А. Не, ну если я попадаю, она стопорится. Погоди, а как тогда сделать? Непонятно. А, я понял. Я понял. Сейчас все сделаем. Получается, надо рисунок совместить. Погоди, надо вовремя вытащить топор просто. Оп! Попал, нет? Или не совместился? Не, мне кажется, не совместился рисунок. Давай еще раз. Оборот целый сделать должно, потому что вот так, наверное, должно быть. Да. Оп! Отлично. Так, ну это еще не все. Это не все. Надо вот здесь где-то шестерня, надо прекратить движение двух. А, нет, вон она, наверху. Это та нижняя. Нижняя нам не нужна. Сейчас тут просвет будет, я сюда топор кину. Куда пошел? Да подожди, пока. Пока я ходил, протупил, получается. Ну-ка. Случайно нажалось. Ладно. Надо вот сюда. Вот. Раз, два, три, поехали. Не понял. Нет, значит, не так. Значит, не так. Сейчас вытащим топор. Значит, надо нижнюю все-таки. Вот здесь. Тормози. И теперь надо догадаться, где совместить. Вот так. Сейчас что-то откроется. Ну, видишь, давай. Мальчик. Читай. И что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Что-то он там наколдовал.
Ничего себе, ворота какие! Вот этот проход мы нашли. Ладно, идем. Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Я думаю, не надо торопиться. Видишь, какие-то стрелочки. Лики магии. Маски. Я еще маску нашел. Вот, видишь как? Так, а это что? Что это там наверху? Куда стрелки показывают? Или это не стрелки? А что это за руны? Надо что-то сделать с ними или что? Что сделать-то? Ничего не активно. Их много, смотри. Их много прям по всей пещере расписано. Что, что-то он там нашел, быстрей. Так, что тут, что ты увидел? Что там есть, говорит? Ну, пошли дальше тогда. Ладно, идем по пещере. В поисках приключений. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Пошли поохотимся, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой, здоровячок. Впереди враг. Давай, Атрей, кидай, стреляй. Где топор мой? Назад, сын. Назад, назад, назад. Подожди, сейчас я в него кину. Есть, теперь ты стреляй, стреляй. Чё не стреляешь? Ё-моё. Этих надо убрать. Да кидай в него, попади. Так. Тихо, пока сын там стреляет. Да куда ты стреляешь-то? Ты по нему стреляй. Я не готов. Куда ты не готов? Я тебя уже подготовил давно. Да не в меня. Давай, 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 давай. Сейчас мы его прибьем. Смотри, он здоровый, конечно. Стреляй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Эти тут еще... Где топор? Быстрее верните топор. Ой, бежим. Бежим нафиг. Бежим отсюда. Атрей, давай стреляй. Отвлекай его. Или этих хотя бы убирай. Я не попал в него. Ну давай. Так, тихо, тихо, тихо. Стреляй. Да кто там, эти что ли так сильно кидают? Топор. Мне аптечку надо. Быстрее, еще одну. Ты готов-то, понятно, хорошо. Только надо стрелять в него. Прости, еще стреляй. Сейчас я в него кину. Есть. Отдай топор, я побежал. Сейчас этого заодно прибью. Да берегусь, давай стреляй в него. Есть, я попал. Стреляй, стреляй, стреляй. Еще, еще удар. Ой, больно, больно, отхожу. Топор верни. Атрей, стреляй в него. Так, теперь мой выход. Да блин, не туда. Плохо, такие промашки, это плохо. Надо попасть. Есть, стреляй. О, пошли. Добиваем. Вот и все. Ох, как жарко тут он. Уголек. Уголек взял здоровый. Все, он исчез вообще. Так, давай награду заберем. Жизни. Сталь. Две штуки. Серебра 2600. 2600. Нормально. Сила рунической атаки.
Сокрушительная атака по площади, замораживающая всех врагов, которые оказываются в радиусе взрыва. Так, а как мы это можем поставить? Все, я включил ее. Выбрано. Возможность провести дополнительную атаку, нажав R2 после начального удара. А, стоп. Нормально, можно рубить прям жестко. Там их что, их можно улучшать же, этих, эти руны. Так, давай-ка побегаем, посмотрим, что здесь еще может быть. Мы откуда пришли? Мне кажется, мы вот отсюда пришли. Отсюда или нет? Да, вот здесь аптечка лежала. Все, значит, идем дальше. Только надо побегать, посмотреть, что-то, может быть, найдем интересное. Вот сюда. О, залезает. Сундук, однако. Забираем. Так, это что за штука висит? Колокольчик. Колокольчик. Пока не знаю, для чего он. Давай поищем. Еще поищем что-нибудь. Топор верните. Дальше куда? Больше ничего, здесь просто серебро валялось. Давай кувшины сломаем. Потому что в них серебро, однако, лежит. Это что, за дверь или что? Ну-ка попробуем. Не ломается. А, стоп. И что? Все, как туда попасть наверх? Ну-ка, давай. Посмотри. И цепочку скинь. Так, ладно, с цепочкой понятно. Вот. А, подожди, сундук. Руны, символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Слушай, ну я в тот раз три таких этих открывал, да? Вон, я вижу одну руну. Давай-ка ее собьем. Раз. А, вон вторая. Два. Так. Куда же мы теперь пойдем? Слушай, она опять восстанавливается, что ли? А где третья-то? Мы где-то третью еще видели. Так, вот здесь я был. Топор, где мой? Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Так, это вниз. Это уже вниз куда-то. Нет, нам сюда пока не надо. А где третья-то? А, вот третья. Слушай, ну она далеко так. Раз, два и три. Я так понимаю, надо быстро, короче, это все делать. Только как? Быстро кидать. Топор. Подожди, я сейчас кину и побежал. Следующую давай кидай. Кидай быстрей. И третью, мне надо быстрее попасть. Не знаю, высоко. Очень плохо, не успел. Да щет. Ну, сейчас уже все. Сейчас уже поздно будет. Куда я целюсь-то? Не туда, куда-то. Так. Три. На, уже все. Так, ладно, я предлагаю все-таки с этой, с дальней начинать.
куда-то сюда кидаем, потом сразу разворачиваемся. Все. Что, не попал, что ли? Ну-ка. Блин, выше надо кидать. Как-то так, что ли? Ну-ка, проверим. Нет. Еще выше, что ли? Почему? А, он не докидывает вообще почему-то. Так, ладно, понял. Есть. Топор, быстрей. По этой кидай. Попади только. Следующую. Ну, уже та перестала. Короче, надо быстрее как-то делать. Да-да, я не знаю, как тут успевать. Не знаю, что мы тут делаем. Так, давай. Раз. Попал. Быстрее. Блин, с компа это было бы намного круче и быстрее. Но... Есть. Все, я открыл, ура. Яблоко. Ну, мне получается еще одно такое надо, чтобы восстановить, улучшить здоровье, чтобы побольше было. Так, ну теперь знаешь что? Давай-ка сходим вот сюда наверх все-таки по цепочке, где я должен был залезть. Читай, пацан, читай. Сын. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Давай запиши, сейчас переведем, почитаем. Молитва Одину. Прими нашу жертву, о могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один мудрейший из всех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбли, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благословенным валькириям истребить лишенных смерти. Повели своим славным сыновьям Тору и Балдуру защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание. А может, ему было все равно. Вот такая молитва была Одину. Ладно, за то, что мы нашли молитву, нам даже опыта дали. Все, можно идти дальше. Теперь туда вниз. Атрей, не отставай, быстрее за мной. А, подожди, а я что не взял серебро здесь? Все, идем вниз и дальше пробираемся к горе. Мы, кстати, охотимся, да? Помогаем Атрею охотиться. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Давай, надо четко попасть, посильнее натянуть. Ну! Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Давай догоним. Ужин приготовим. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Не, люди здесь, наверное, не люди. Где топор мой вообще? Тут эти странные дохлые твари. Новый труд. Что за новый труд? Глаза и уши бога воронов. Повсюду. Уничтожайте крылатых шпионов Одина. В общем, нам если всех уничтожать, нам столько надают опыта. О, сундук.
тут и драугры есть. Давай сюда еще зайдем, посмотрим, может что-то я пропустил. Сюда не пускают. Ну здесь явно кто-то был, прям разворотили всю деревню. Ладно, мне хоть серебра оставили. Потому что оно мне очень пригодится. Ценники-то у торговца там, чтобы улучшить, очень большие. Во, вообще дом развалился. Так, куда, Трей, подсказывай, куда надо идти-то. О, ах ты, посмотри на него, какой дерзкий. Выскочка, выскочка. Так, что там есть? Не надо, ребята, меня пугать. Сейчас достанем. А, он уже вон подальше встал. Давай аккуратно, еще натягивай стрелу. Сильнее. Я сам. Давай сам только попади нормально. Вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Догоняй быстрей, то свалит куда-нибудь. Клинок потерял свой. Мальчик! Найдите Атрея. Ну это будет, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Всем удачи и всем пока!